Итак, нож для выживания фирмы Gerber. Такой вот он в чехольчике. Чехол не кожаный, но ничего страшного. Итак, очень с виду модель, внушающая доверие, сделанная из цельного куска металла. Вот видите, что как бы отвечает за качество. Ручка резиновая. Очень удобно его держать, хорошо он лежит в руке. Вот, значит, нож одинаково хорошо для прокалывания, из-за того, что у него треугольное лезвие. Также для резания и для рубания. Из-за того, что он достаточно тяжелый, достаточно, вот, как вы видите, толстый. Такой тесак, можно сказать. Им можно рубить дерево, используя его в качестве топора. Вот сейчас я продемонстрирую. Берем за краешек, чтобы сильнее был удар. Вот, пожалуйста. Минимум усилий. Дальше эту веточку можно легко сломать. Кстати, у этого ножа отличная пилочка. То есть разделывать туши животных им тоже очень будет удобно. Отличный вариант для выживания. Стоит $70.